Всем привет, ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. Вы уже посмотрели на мои кубки, и вы уже знаете, что мы сегодня апаем 23 тысячи кубков. Это абсолютный мой рекорд. Мой рекорд сегодня побьется и будет 23 тысячи. Есть плохая новость, есть хорошая новость. Ну, даже две хорошие новости, ну, для кого как. Первая хорошая новость, это я поменял оформление канала, у меня другая аватарка и другая шапка. Не знаю почему, но я так резко захотел поменять, потому что надоело мне это ава со львом, вот это вот не в тему бравла. Ну и я сделал такой 3D аву, не знаю, нормально или нет. На первое время сойдет, может потом сделаю намного лучше. Как вам? Напишите, если нормально, то напишите, как вам, короче. Есть плохая новость, и эта плохая новость как для кого? Ну, я, короче, заканчиваю свой пуш, 23 тысячи, и все, я выше не буду пытаться. Хотя остается еще 5 дней. 5 дней остается и 20 часов, вы можете сказать, ну, типа, апни 24 тысячи, это же, типа, круто, за 5 дней можно успеть. Да, но я буду готовиться, ребята, к чему-то невероятному, а именно буду готовиться к обнове. У меня есть 179 гемов, этих гемов хватит, чтобы купить Бравл Пасс. Есть, конечно, бесплатный пасс, но я хочу купить Бравл Пасс, чтобы получить Гейла и также там скин на него, эмоции, дофига всего. Хочу выбить Макса за этот сезон следующий. Также гаджеты всякие, пассивки. У меня этого не хватает. Ну, у меня не фулл ак, у меня пассивки не хватает, гаджетов не хватает, хоть все прокачанные. Но есть, что, есть чему выпадать. Ну, короче, ребята, следующий сезон мы будем с вами играть, выполнять квесты, чтобы пройти полностью 60 этапов. А 60 этапов, это, мне кажется, ну, как бы не быстро проходится. Мне кажется, нужно будет потеть. Я хочу отдохнуть эти 5 дней от Бравла полностью. Ну, как бы не полностью, а обнова выйдет-то завтра или послезавтра. Но Бравл Пасс, скорее всего, выйдет, но не завтра. Ну, как может выйти Бравл Пасс? Если сезон еще не кончился, ну, типа, это не зависит от сезона, я не понимаю просто. Возможно и да, а возможно начнется с начала сезона и, как бы, ну, пойдет, не будет сбоев всяких и пойдет все как было. Этого никто, к сожалению, не знает. Я не знаю, как официальные ютуберы, но у меня такой инфы нету, я ни от кого это не узнавал, когда будет Бравл Пасс сам. Может, разработчики что-то новое сделают, типа новая дата там обновления, не как всегда, там в первые дни недели, это понедельник, вторник, среда, а возможно в пятницу выйдет обнова. Может и такое быть, ребята. Вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь, но мы сегодня 23 тысячи апаем. Я знаю, это не сложно, это уже каждый может апнуть, у кого есть хотя бы 34 бойца, каждого на 650 и парочку бойцов, ну не парочку, а... Ну, так, нормально, бойцов на 700. Ну что же, давайте, ребята, пойду в Шеде на Пайпер. Просто я не играл в Шеде на Пайпер именно на этой карте сегодня. Давайте попробуем. Я ее только что поднимал с 600 кубков на 640 в награде за поимку с Тимой. Но что-то я захотел в соло апнуть. И, скорее всего, это будет моей грубой ошибкой. У меня она с пассивкой из кустов засада. Надеюсь, фартанет хотя бы парочку кубков поднять в этом Шеде. Шелли ушла или нет, я забыл. Я не посмотрел в эту сторону. Скорее всего, ушла. Давайте баночку хотя бы одну нафармим. Вот так вот из кустиков будем стрелять. Смотрите как. Блин, она все забрала, ты что? Ну, блин, давай поделись со мной. Ну, я еще не попал по ней. Офигеть. Мне кажется, нужно меньше быковать. Так, го, затимся, но я не буду к тебе вообще близко подходить. И если ты сейчас сюда пойдешь, иди ты отсюда. Ты чё? За кризис меня решила, да, такая? Да уйди ты отсюда. Ты ля какая, ля какая, ля какая, борзая. Смотри. Ты ля какая. Уйди давай. На, хлебала. Давай. По-хлеборецки получишь сейчас. Давай. Давай, давай. Чё ты сразу отходишь, да, уже? Получи по хлеборезке, на! На! Давай, давай!
Опа, давай, давай, получай. На тебе в хлебало, получи. Биби, уйди отсюда. Пожалуйста, не надо мешать мне. Давай, а мы вот так вот, опа. На, лошара. Давай, ай-яй-яй, неимоверный тупой. На, на тебе. Держи, блин. Бабльгам слил просто... А, изи, изи. А нет, и не изи, она еще не слилась. Я думал, что она сольется сейчас от яда, она не слилась. Вот, гадина. Окей, мы сейчас берем коктейль. И она здесь. Где же ты? Маленькая, на тебе. Где ты? Вон она, попал по ней. Ты куда? Нет, не дал тычку. Блин, она будет ждать для себя свободную позицию, чтобы меня заглушить просто. Сейчас карта сузится, и мне хана. Ну, 9 банок, ребята, вы, думаю, понимаете, что это было очень нелегко. Но мы нормально так раздали Шелли в лицо. Ну, видели, она хотела затимиться и закрысить, а я ей не дал это сделать, и она облажалась. Все, давайте еще одну катку в ШД. Зашла, зашла эта карта. Ну, конечно, я понимаю то, что эта карта совсем не для Пайпер, но зашла именно катка для меня. Как бы в мою сторону была вся катка. Как бы Биби потом... Блин, она сейчас... Джеки, это же опасная вещь. Если она с гаджетом, то это мне хана. Ой, все, ребята, хана мне. Зря я... Вот это сюрприз. Сюрприз, Джеки. Ты чё? Блин, не убивай меня. Да я хороший, ну нет. Не надо, пожалуйста. Уйди отсюда, блин. Ну это что за фигня? В этой катке я получил в лицо. Нормально. Все, ШД пропало. Пропало. Пойдем в 3 на 3. Да сливаем Пайпер. Ой, у них Тара. Яуца! Ну и почему? Хотя, если мы сейчас затащим, то это все. Это победа. Ну а если, блин, сейчас тупить будут какие-то эти, блин, какие-то Поко, к примеру. Ну и Шелли, например. Блин, ну не надо, пожалуйста, просто так сливать. Я вас умоляю. Вот там Шелли, аккуратно. Шелли, аккуратно. Да нет, ну почему по мне попало? Ай, блин. Таракс. Ай-яй-яй-яй. Нет, пожалуйста, не надо мне. Не надо меня бить. Где у нас? Где Шелли? Я не понимаю, где она бродит? Где Шелли? Она пошла, что ли, в угол сидеть? Молодец, засаду сделала. Все. Я думал, что она ходит, ищет врагов, а она, оказывается, засаду сделала. Красавчик. Я просто по-другому подумал, что он тупил и искал врагов по всей карте, а не у нас на базе, типа. О, все. Получили мы, ну потому что пацаны по флангам играют. Блин, еще Тара ненормальная. Убей, убей эту фигню. Ну, Шелли, убей, пожалуйста, молодец. Аккуратно, тут Тара. Ой, есть, ее просто лучший, просто лучший. Ага, и, к сожалению, там Шелли. Но я ее убиваю, отлично. Главное, не сливайтесь, пожалуйста. Юте, не сливайся, мой брат, давай. Не сливайся, пожалуйста. Я тоже ЕТ, только Денплей ЕТ. Ютуб, точнее. Ну, кто не знал. О, нет, уйди. Ага, ульту слила. Молодец. Молодец. Давай, давай. Нет, ну, блин, чё я... Зачем я в окно посмотрел? Я, короче, посмотрел в окно только что в своё дома. Ну и слил, короче. Ну, отлично, просто... Просто лучше. Ну почему вы не играете? Ну шансы что есть, но отрыв же небольшой. Блин, к сожалению, мы всрали, да. Но я думал то, что мы затащим, если честно. Блин, ну почему Поко сейчас стоял? Он что, типа... Да, я так и понимал, что Поко какой-то... Ну басина, блин, какая-то. Давайте еще. Ну я не хочу сейчас, чтобы видеоролик затянулся на 2 часа, блин. Пожалуйста, я не хочу перезаписывать, потому что я уже сказал в начале про обнову, про то, что я думаю, и про свои новости. И я не хочу это перезаписывать, мне лень. Мне, ну, не лень, мне просто времени не очень много. Я уже 23к апаю, и я Бравл как бы, ну, как бы покидаю на... до обновы, короче.
Сюрприз, ма? Блин, отлично. Отличный мне сюрприз подготовили. Где? Где этот бычар? Убей его. Молодец. Ну, аккуратно живи, пожалуйста. Деннис, уйди отсюда. Деннис про 07. Нам надо две катки выиграть. Ах, ну, блин. Ну, вот как играть? Я не понимаю, вот как играть против этих крыс на этой карте. Нужна Тара, нужен Бо. Ну, блин, ну танки против... Ну я тупой, ну зачем я полез? Ну же, пожалуйста, умри. Умри! Умри, пожалуйста, я тебя умоляю. Давай. Ну же, ну почему ты не раздаешь ему хлеборезку? Давай, все, отлично. Отлично. Все, мне хана, блин, я не знал то, что там мины. Я никак не мог догадаться то, что там мины. Я всегда был вот здесь. Давайте вот так вот по этот. Ну, ой, отлично. Что он мину разминировал. И он слился. Ну, блин, ну, спасибо. Просто... Короче, сейчас видосик на паузу поставлю и пойду возвращать кубки с этими идиотами. Или буду искать Тиму, и потом мы будем с Тимой уже апать. Не знаю. Ну, почему против нас играют, блин, бо какие-то там эти, а против... А у нас в команде одни тупые какие-то эти... Все, ребята, видосик на паузу сейчас ставится. Короче, ребята, нашел я вот такую вот Тиму. Ну, совсем случайно, как бы не моя Тима, это не мои сокланы. А просто рандомы, но топовые рандомы Бо, который с тотемом и с пассивкой. И также Шелли, которая адекватно играет. Видите ее звездочки? Она не сливается, просто как тупой какой-то. Она очень хорошо играет. Приписочка Лайн тащит всегда. Ну, я не говорю, что надо ставить эту приписку, но просто как бы адекватная приписка, не какие-то там жмыхи и прочее, короче. Меня это так бесит, эти жмыхи вот эти вот, блин. Не буду перечислять, потому что оно все так тупо звучит. Блин, нас зажмут сейчас, но мы все равно затащим, ребят. Да, у нас идет запись, потому что... Да, ребят, давайте еще одну катку. И эта катка, которую мы будем сейчас играть... А точнее, следующая катка, это будет завершательная катка, если мы победим. Давайте, ребята, соглашайтесь, пожалуйста. Ну, прошу тебя, Бо, отлично, Бо, Шелли, все. Это, можно сказать, наполовину победа. Блин, против нас Тара. Эва не он играет. Ну, я не думаю, что это настоящий Эва. Думаю, футболисты знают Эва не она. Да. О, есть, попал по кому-то. А по кому, не знаю, если честно. Давайте ульт нафармлю и разобью кустики, чтобы не проходили какие-то там быки и прочие танки. Есть, с одной тыки, на, и все, и пук, и нету тика. Так, есть тотем, надо разбить, тотем надо... Есть, попал, а, это Тара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу сливать, я не хочу... Нет, нет, пожалуйста, нет! Есть. Ладно, не буду так больше делать, а то еще... Поняли, короче, не буду говорить вообще. Все, забейте. Так, ну, пожалуйста, 6. Это потная игра, совсем потная. Отлично. Хотя нифига не отлично, там вдвоем они и шли. Ну же, Шелли, дай, давай, раздай им, раздай с калаша. А, нет, отлично, нормально. Точнее, с дробовика, с какого калаша? С дробовика, Шелли же дробовик. Есть тотем сломать, потому что он надоел мне уже. Ульт фармят себе и все. Конечно, Бо как-то по-тупому ставит тотем, если честно. Он типа, ну, должен как бы за стенкой, чтобы я не смог разбить. И типа Тара фармит ульт и все, и там как бы нам хана. А они на самом деле как-то по-тупому ставят тотем, блин. Нет, спасибо, Бо. 17-10, не сильно разрывный счет у нас. Короче, это победа, да? 22-15. Счет еще до сих пор скользкий. Нет, все, это закрепительный счет, все. 26-15, ребята, поздравляйте. Поздравляйте, ведь мы апаем Пайпер на...
650 кубков, а также самое главное то, что я хотел уже давно сделать, это поставить рекорд, новый рекорд в своем профиле 23 тысячи кубков, а точнее 23 тысячи 5. И так как я уже сказал, то что это скорее всего будет последнее число моих кубков как бы в этом сезоне. Я не буду больше апать, возможно просто буду играть по фану, возможно кого-то на 750 апну. Таких персов, как, к примеру, Мистер Пи на 750 изи. Изи, я на нем играл, я за 30 минут, за 20 минут в ШД без выхода в меню апнул на 700. Из 650 кубков, да, не 600 кубков, я забыл, да. 50 кубков за 20 минут на изи просто, помню. Спайка я уже апал, также Мортис. Ну, Мортиса я уже давно очень пытаюсь на 750. На 700, на 720, помню, когда-то апнул, ну и, короче, слил все. Ну, Мортис это, как бы, мой не совсем любимый боец, но мне он нравится. Мне очень нравится механика Мортиса. И вообще, мне нравятся такие персы, на каких не все умеют играть, если честно. Ну, типа, у некоторых это нелюбимый перс, потому что на нем надо уметь играть. А вот мне нравится, потому что... Как бы он развивает скилл, он серьезно делает тебя скилловым пельмешком. И также мистер Пи, тоже не такой уж легкий боец, чтобы прям на изи фармить кубки. Это нужен скилл, у меня он есть, да, типа 23 тысячи апнул. Ну, короче, ребята, все, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, кто поддерживал, с вас лайкосик, ребята. А также подписочка на мой канал с колокольчиком обязательно. Все, давайте, ребята, до новых встреч. С вами был Денплей. Всем удачи и всем покедова. Ждем обнову. #ждем обнову. Давайте. Удачи.